Привет. Сейчас мы будем рисовать комнату. Здесь вот проводим линию. Затем соединяем их вместе. И тут теперь. И вниз теперь делаем. И здесь также вниз. Уже больше на комнату стало. Это у нас потолок, стены. Теперь здесь будем рисовать мы двухъярусную кровать. Здесь вторую кровать рисуем. Там матрас. Здесь также вторую подушку рисуем на нижней кровати и одеяло. Теперь рисуем матрас. Вот так вот пойдет. Рисуем подушку. Здесь у нас такие перила идут на кровати. Рисуем одеяло теперь. Здесь мы рисуем лестницу. Проводим одну линию.
И здесь вторую. И рисуем теперь саму лестницу. Вот у нас первая лесенка идет. Здесь вторая будет. У нас лестница получилась, теперь рисуем окошко. Теперь вот здесь вот рисуем линии такие. Окошки. Одна. Вторая. И третья. Какое у нас окошко будет. И еще так же делаем линии снизу. На каждое окошко и здесь. Вот здесь. Так вот. Здесь мы рисуем стол, компьютер. Теперь вот здесь вот проводим линию. И вот здесь. Также делаем еще здесь посередине и так соединяем линии. И здесь также, соответственно, соединяем. И сюда. Такой у нас стол уже получился. Теперь мы вот здесь вот по этой второй линии проводим линию до сюда. Затем здесь вот проводим линию. Далее вот здесь по этой делаем. И вот так соединяем их.
что предложились там. И вот здесь вот рисуем такой шкаф. Делаем линию. Сделаем здесь такую линию. Далее вот эту с этой линией соединяем. Как у нас получилось? Затем здесь вот прямую линию делаем. И соединяем вот с этой. Эту с этой. У нас уже стал похож на шкаф. Теперь делаем шкафу полки. Вот так вот линию проводим. Затем вот здесь линию проводим. Здесь делаем полки. Проводим. И вот здесь. Такую вот. Вот здесь вот проводим линию. Затем вот здесь линию проводим. И вот здесь. Теперь вот здесь такие линии делаем. Так, вот одну. Затем вторую. И от них здесь вот проводим. Вот, вот такая. А я вот здесь рисую полки. Так, проводим линию. Затем вот здесь проводим. Затем делаем здесь такие линии. Раз. Два. В общем, у нас 4 получится. Раз, два, три, 4. И вот здесь такие. Так. Ну, со столом рисуем. Здесь линию делаем. Здесь. И соединяем их вместе. Затем проводим вот здесь вот линию. Такую вот делаем. Соединяем вот эти линии. Далее рисуем компьютер, который у нас будет стоять за столом.
и рисуем контуры. Рисуем стол. Какой стол? Здесь мы нарисуем стакан, настоит. Здесь рисуем лапы. Здесь рисуем картину. Рисуем такое море. Рисуем пляж. Пальмы такие. Мне комната получилась. Я здесь еще нарисовала вот такой вот пол. Вы, ребята, подписывайтесь. Это первая часть видео. Здесь комната нарисована карандашом. Не цветная. Во второй части видео я ее раскрашу, сделаю цветной. Посмотрим, какая она получится. Пишите комментарии.